Лечение онкозаболеваний в Кировской области стало доступнее для маленьких пациентов. В онкологическом диспансере открыли палаты для детей, нуждающихся в химиотерапии. Раньше таких пациентов приходилось направлять на лечение в столицу. Андрей Дозорцев с подробностями. Помещения онкологического диспансера сияют новизной после капитального ремонта. Он был проведен в учреждении в рамках программы модернизации здравоохранения. За 2 года на ремонт потратили более 36 миллионов рублей. Привели в должный вид поликлинику и отделение лечебного корпуса. Операционный блок оснащен оборудованием для проведения всех типов операций онкологического профиля. Ежегодно здесь выполняет до 4000 операций. Отделение анестезиологии, реанимации – еще одна гордость учреждения. Когда в прошлом году проводился ремонт, полностью отделение оборудовано всей необходимой аппаратурой для выхаживания пациентов. В отделении с успехом внедряют современные методики анестезии. Это позволяет хирургам выполнять сложнейшие расширенные операции. Здесь оказывают специализированную помощь в плановой и экстренной форме. У нас самое главное очередей нет таких больших. Вот в течение 10 дней мы обеспечиваем полностью всех, кто нуждается. И в оперативной помощи, и в остальных видах лечения. В онкодиспансере был открыт кабинет психологической разгрузки. В планах создания службы психологической помощи. Она поможет пациентам и их родственникам принять болезнь и начать правильно с ней бороться. Впрочем, некоторые пациенты, например, 3-летняя Аня, даже несмотря на недуг, жизнерадостно встречает гостей. Анечка, мы тебе подарок принесли. Анечка. Вы молодец. Скажи спасибо. Спасибо. Ольга Новокшонова с дочерью находится в детской палате химиотерапевтического отделения. Здесь наблюдается и проходит лечение пациенты с грудного возраста до 14 лет. Палаты были открыты впервые. Раньше часть детей с онкозаболеваниями приходилось отправлять в центральные регионы. Сейчас необходимая помощь им оказывается на месте. Для этого подготовили и медицинские кадры. У нас тут все здесь устраивает, все очень хорошо. Персонал тоже хороший. Красиво, ярко, очень нравится. Анечке тут вот эта комната особенно нравится. В онкодиспансере проходит лечение не только пациенты из Кировской области, но и жители соседних регионов, где существует очередность на операции. Однако, как говорят сами врачи, было бы лучше, если бы эти палаты вообще пустовали. Андрей Дозорцев, Денис Тружков, Вести, Кировская область.